При этом горная часть Ингушетии, она оставалась как бы независимой. Ставка на нас делалась Ермоловым. Они хотели, чтобы мы нас христианизировать и сделать своим форпостом. Нас и осетин. И если в отношении осетин их политика была успешной, то есть в значительной степени тогда осетины были мусульманами, но они смогли их христианизировать и сделать действительно своим форпостом. Мы лишились, опять же, своего исконного пригородного района, в котором зиждется наша самоидентификация. У нас там Ангушт, которое, имя которое Ингушия от нас от этого распространилось. У нас там же находится селение Алгай-Юрт. Это наше самоназвание. Алгай мы себя называем ингуши. Там же находится огромное количество кладбищ наших, именно тейповых, родовых. В общем, это такое сердце Ингушетии, которое было вырезано от нас. И ингуши, которые хотят независимости для своей родины. Цели вот такие. Построить в будущем свободное ингушская, основанная на нашей религии, наших ингушских понятиях, не пришла каких-то не на установленных сверху или снизу, или сбоку, чтобы мы сами руководили своей жизнью.